Ну что было? Всем привет, ребят. В общем-то, такое у меня будет начало интересное. Три Opel. Ну, может быть, кто догадался уже, это Витя мы говорил, что покажет в скором будущем калибру, которая турбированная идет. И, кстати, вот эта калибра когда-то с этим кадетом ездила, ну, скажем так, не на видеозапись блогерскую, но между собой не катались, и, конечно же, эта калибра уезжала. Сейчас мы хотим просто показать этот автомобиль, вообще, что с ним, что он себе представляет. Очень важно, потому что, я так понял, на днях уже она становится на разборку и будет свапнуться туда мотор, ну, скажем, более серьезный какой-то. Снова. Вместе, да? Кстати, вот набрал мне буквально полчаса, я даже не готовился. И время такое, пасмурная погода, в общем, не до съемок. Думаю, ну хорошо, раз такое дело, что машина будет разбираться и будет меняться мотор, давай уж мы снимем, покажем хотя бы, что было до и после, правильно? Да, ну, собственно. Да и вообще узнаем, что такое было до, потому если это... Никто не знает, даже сколько она едет по факту. Тут сток, ну, единственная коробка сразу дизельная F25, по-моему. А, на калибре, да? Да. Ну, а что дизельная? Ну, выбрав так, якби. Ну, така компоновка. F28, шестистопка дуже дорога, і ну, всі знають, що вона діває нерви, скажімо так. Поэтому... А що є ця історія машини взагалі? Ну, якби, де куплена була, чи що там є з ней? Машина брата взагалі. Ну, я якби просто имею возможность її зараз предоставити, тому що він відсутствує. Ну, собственно, более як і я калібри, була це не перша його. Наверное, уже четверта по счету, и все хотят турбу, все об этом думают, свапнуть. Но это же не полноприводная калибра, правильно? Нет, это, ну, типа, переднеприводная, поэтому была взята, ну, и чисто, как реализация своей мечты, была найдена, так и именно калибра турбо, по документам. Что-то в салоне улучшали, там, меняли сиденья, там, может быть? Нет, сток. Сток, ну, кстати, покажем, стандарт. Я, кстати, никогда не видел, что там. Единственное, будильники, стоят будильники, добавлено, ну, потому что ну, без этого что, никак. Симпатичная такая, да? Это ее родные сиденья, да? Да, и они шли калибры с кожаным и с, ну, с обычным дермантиновым салоном, поэтому... Я так, понял, прикольно. Значок весьма желанный, так, всем а, вот на это, руле, да. А это что, тоже какая-то фишка, ну, да? Ну, типа турбо, да, в основном опелевский, ну, обычный опель, а так... Ну ладно, давайте даже покажем самое интересное. Да, я, кстати, вот пригнал опеля ж не просто так своего, надо бы сравнить моторный отсек. Ну, естественно. Да. У тебя же, я понимаю, мотор, где стоит блок, тоже что у меня, да? Кстати, да, 18-й блок. В данном случае тут 18-й сейчас блок. А, головка только 16-клапанная. Да, все остальное именно LED сток, стоковый LED. Единственное, вот, наверное, блок, это сброс. Ага. Это уже там сами, я не знаю. Да, я вижу, все написано. Угу. А так именно турбина, ну, по крайней мере, турбина заводська. То есть, что она дует по заводу, по факту, это она рассказывает. А что вас не устраивало? Та все устраивает, всегда же хочется, знаешь, ну типа взял, покатался и, как обычно, ж надо больше. Ну да. И поэтому сейчас будем на Stage 3 переходить, ну поскольку был взят мотор уже на болтах, на все. Ну то есть полный слабый. Ты имеешь в виду усиленные шпильки, да, или болты? Да, арпичные болты, это же шатуны слабое место, как бы вылетают часто. Ну, и кстати, эта машина, когда ее купили, гнали домой, она не доехала буквально пару километров, вылетел шатун второго цилиндра, поэтому... Ну понятно, вот потому вы и замели на бок. Сразу укунулись в опелевские движения. Получается, что чисто в теории на этот Opel, да, давай тоже покажем моторный отсек, потому что не все знают, ну вот ходишь, да. Тоже в теории можно поставить 16-клапанную головку, правильно? Мой любимый Opel. Так, понял. Да, в любом случае прикручу. Тут больше места, лучше видно немножко, да, что головка маленькая и как бы больше всего видно. С одной стороны хорошо, это простота конструкции, ну, вообще простые двигатели, ремонтопригодные и прочее, но сейчас вот самый интересный результат. Ну, ну да. Тут как бы на январе, типа, он шитый, там сток 200 лошадей, за, ну, по заводу 204. Ну, ты ж не забывай, что у тебя машина изначально спортивная. Ну, вес не маленький. Не, не вес, я имею в виду машина, кузов спортивный, да. То есть мы сейчас говорим за... Лобовое сопротивление и прочее. Лобовое, это для скорости, да. Плюс еще не забывай о том, что у тебя идет... Развесовка автомобиля чуть другая, не как у этого универсала. Поэтому у тебя, может быть, даже лучший старт будет на этой машине. В любом случае, она поедет хорошо для этой машины. Только если бы не знали, что там турбина стоит, понимаешь? Ну, да. Она поедет хорошо. Просто что я хочу сделать, чтобы ее был результат максимально лучший. То есть устранить все моменты, что я увидел. Там. Да. Да. И потом уже показать ее результат, как она может. Давай как раз покажем внешний стандарт, не может кто-то.
А, да, давай. Мотор знакомый, как бы, все. Ага. Ну, найди 10 отличий. А это еще одна калибра, вот так вот. Да. Кстати, ты не сказал самое главное. Тот мотор... На двоих сразу приехал, да, поэтому... Не, тебе помогли, понятно. Тот мотор, что стоит у нас в первой калибре, он пойдет, по идее, сюда, да, потом? Нет, он не пойдет сюда. А, кстати, он будет в продаже, кого интересует, в Инстаграме напишите. Ребята, ссылочка на инсту, видите, будет в описании этого ролика. Можете там переходить и спрашивать все цены. Такие же, 16, все то. А, я думал, что тут мотор пойдет туда. Нет. Нет? А, ты ошибся, получается. А тут на ней мотор стоит в другом месте, это другая история. Ты же скрыл этот факт от меня. Да, я себе собираю, кстати, да, ты его побачив. Да, да. Вот стандартный анешник, расходомер, все, как бы, в принципе, коллектор выпускной. Вот точно такой мотор, как у тебя на 5. Да, да, я вижу, все то же самое, действительно. Ну, управление, естественно, стандартное. Такой же, да, идет. Дроссель тут же, да. Ну, у тебя вижу АБС, а у меня его нету, видишь. Ну, тоже комплектация машины, как бы. Тут как и гидроусилитель, на всех калибрах идет гидроусилитель. Понятно. То есть на кадета. Разные случаи, как всегда. Поэтому, ну, вот такой движочек. Слушай, ну а что еще можно показать? По сути, самая главная наша цель этой встречи была, это что? Ее замерить, правильно? Замерять, собственно, да. Ну, давай так и сделаем. Значит, я предлагаю поехать сейчас просто. Кстати, с тобой вместе. У нас одинаковые, вот, калибра 5 грунтов, 288 тормоза идут на данном. Вот в тебя точно такие диски, бо я читал комментарии. У меня 4 болта. Да, но диски переточены, ну, 288 тормоза. Я понял, да. Он рассказывал мне, что перетачивал. Потому что комментаторы, я думаю, не все там разбираете, ну, ребята, вы там пишете. На самом деле, я еще хочу добавить, что сейчас я сделаю небольшую вставочку, кстати, посмотрим. Действительно, я также заметил, что показывает прибор зарядки вот 16.7, что-то прыгает 16.3, но, в общем, явно не связанное с реальностью, потому что при таком напряжении должны были быть проблемы, ну, вообще, с какой-то электрикой, правильно, то есть, вообще, мог и блок управления ветром сгореть, я об этом подумал, хотя сначала не придал значения этим цифрам, как будто я не смотрел, а потом посмотрелся, ну, и плюс ваши комментарии, ребят, специально показываю, что этот прибор, короче говоря, обманывает. 16.7 показывает, ну, вот, прыгает, да, пусть будет 16.7 в салоне. Так. По самому прибору показывает 4.4. То есть, в принципе, нормально. Я думаю, что когда немножко подзарядим уже сам аккумулятор, то, я думаю, пойдет. Ну, в общем, посмотрим, короче. Сам факт, что показывает у нас на целых 2 единицы выше, чем положено. Теперь вы понимаете, что с нормальной зарядкой это какой-то прибор такой, ну, непонятный какой-то, но зарядку дает она хорошую. Это я о том, что зарядка аккумулятора. Топ, да. 16 с чем-то стояла, а на самом деле 14.4. Ну, и погоду, наверное, топовый градусник. Не знаю, показывает давление. Да, да. Ну, в общем, есть момент такой. В общем, мне в этой машине осталось только спидометр найти, ну, купить и поставить. Ну, вроде как пока все. Вопрос с ее стартом. Я думаю, что все-таки сюда моя полустиковая резина, которая встречает на семерке, без дела. Да. Хорошо впишется, я так думаю. Я как раз реально узнаю. И туда, и уже нет никакой, если никак. Вот есть резина, есть, да, блокировки нету, но хотя бы резина. Ну что, поехали на калибре, проедемся, тогда свою закрывай, чтобы ее... Да. Кто не смотрел на эту красоту, да? Самое интересное, потому что, ну, знаете, типа лакает про турбу, вот, да, она есть. Сейчас будем делать первое... Пробы, да? Продолжаем, да. Коробка тут вдруг, что SL F23, потому что я сказал 25-я. Дизельная коробка SL, вдруг что. Mm-hmm. Потому что передаточные длинные, и, возможно, будут показания далеко, ну, нестандартные, скажем так. Mm-hmm. И начнут казать, что там стандарте, в стандарте мы потом, наверное, посмотрим, сколько она должна ехать. Ну, мы попробуем. Mm-hmm. Так, ты включил, да, бензин? Да, да. Кстати, тачка на газу и нормально. Турбо на газу, нормальный порядок. Слушай, знаешь, такого вот я не знаю, этого мало места будет. Вот с этого если ехать. Мы же до 100. А, давай до 100, хорошо, давай. Все. Так, ну что, готовы? Да, пробуй. Я на ней, кстати, еще старты не делал, так что вдруг что. Да, ничего страшного. Зарывается. Да, нет, это не старт. Она прям сходу рые. Да, да. И тут нема концевика на первую, поэтому она сразу на бусте идет. Так, ну, знаешь, надо ехать все равно, потому что, ну, посмотрим давай. Так, ну давай, я. Что ты хотел уже с Опелем заехать, а Опеля в те же самые проблемы. Ну, у меня так кажется, да. Пробуем. Mm-hmm. Ой-ой-ой, это поехал с наката вообще. Блин, я привык на своем, у меня же атмо-мотор. Ну давай, сейчас. Я надо привыкнуть.
Ну, видишь, какая есть плохая дорога? Она как бы в одном момент идет на горку, а потом немножко с горки, да. И тут как бы такие... Твои предложения по турбе, больше газа, так сразу рейка надо. А я же можу до конца, когда идет букс, но все равно. Пробуем, да? Ну, пробуй, да, еще нет. Таким приключением передач ты, конечно, проиграешь. Группа даже это прям может... вообще даже на F-16 не получше. Да. Слушай, какие у них проблемы у этих отвели на Федерин периоде? А еще проблемы, да, с водителем, когда ты даже да, не привыкший. Не в этом дело. Я ж вижу. Ну, рыйте, она, конечно. Заговорила, слушай, ну успокойся ты уже. Давай, жми. Все. Ну, ну что было? 8,7. Вот в таком режиме 8,7. Я тебе скажу, неплохо. Неплохо, да. Но и лучше бы я, наверное, не проехал. С таким стартом, да, лучше так, точно нет. Ну, вон и не получается. Я вот вроде чувствую, что, ну, да, как, да, что такое педаль газа, но не могу ничего так, с этим сделать. Кто будет там умничать по поводу квотера, мы его не замеряем, ребята. Да, квотер будет так, низкий, но... Разочек. Да. А вот, кстати, вот. Иванос знакомый. Подтянулись, да. Гонщики. Подожди, приехали, все нормально, давай. Ну, ну все, да, давай. Первая, вторая. Не, ну у тебя вторая более уверенно идет. Скажу тебе. Ну, не скажу тебе стабильно, в принципе. Ну все, все, не газуй. Мы уже замерили 0,100, сейчас квотер что-то бьет какой-то. Даже квотер лучше был накатом. 8,65. Ну, стабильно, короче. 8,7, 8,65. Я его Opel еще не проверял, честно говоря. Вот я пробовал его в Офе 0,3 бара. Там уж хватит уже. И она стабильно идет. 6,8,7. Ну, чтобы не было вопросов. Не было вопросов. Хорошо, давай. Вопросов нет. У меня лично вопросов нет уже. Давай. Надо еще котиться под гору трохи так. Ну, пробуем, да? Давай. Вот так. Давай. Второй 8,54. Немножко быстрее. 8,5, короче. 8,5. Да? Да. Ну, что-то. Слушай, а сколько должен ехать калибра, извините меня, те годы выпуска с 200-сильным мотором? Ну, наверное, как бы... Вони же шли на повному приводі. Вони всі йшли. І там, ну, другі совсем... Эти мотори були на повному приводі, да? Наскільки я знаю, прям стоки, да, всі тільки на повному приводі. Да, бо Бобудром, конечно, сюда. І там, естественно, да, старти. Да. Ну, встановись. Так. Давай с тобой пройдемся тогда на Опеле, в этом месте. Накадить? Да. Давай сразу стартанем. Нет, ты сейчас сядешь и поедешь. Привет, утка. И вот мы резко переместились. Да. Ладно, не сидите строго, как говорится, да? Да, я только учусь. Сцепление, кстати, прям на контрасте. А знаешь, что я тебя посадил за руль? Типа, ну если тебе плохое время будет, не я же, знаешь, понял? Ну да. Если я пойду, я же лучше пойду. Ну все, выставляйся, не будет. Так. Все, отец. Остань и все, и готовься едешь. Сейчас комментарии, ведь ездить не умеет, и подожди. Да нормально, давай. Так, ну что, пробуем? Да пробуй, давай. Так я там не совсем. Ну пробуй. Первый раз на давай, машине вообще. Давай, давай. Ну, класс. Как бы там не было, 10,29, 0,100. Кстати, для тех, кто любит там кадет и калибру, я вам сейчас прям сразу скажу, это в универсале кузове, но управляемость просто земля и небо. Тормозим, можно сказать, нема 288, я тормозим нема, потому что шок, вакуумник надо менять. Понятно. Не, ну если сильно надавишь, будет нормально. Как для кадета, конечно, пушка прям. Да, да, давай. Ну, все, в принципе, можно... Учимся ездить, да, да давай, замеры давай делаем. Не, ну, 10 секунд до 100, считай, ну, как бы так, слабовато, но я думаю, она лучше поедет. До тачки надо привыкать, да, сразу скажу, да, это такое дело, понеслась. Давай. О! Рано. А... Провалилось, знаешь как? Провал, причем жесткий. Да. Еще утка, да, недовольная, смотри. Сейчас хуже будет. Да, 12,8. Я за калибру жаловался, я на кадете ездить не умею. Прям, да, ребята, я на атмо машине ездил, ну совсем.
А ты можешь отключить ее минимальный надув, и она поедет так же самое, как сейчас. В этом прикол, короче. Ну, понял, то есть ты сейчас стартанул. Ну, ладно. Сейчас давай я сяду, попробую проехать. Да, я думаю, это не запрещено. Не, ну я не то, что там спец в этом, ну, как бы. Ну, я попробую. В любом случае, у меня плохо, совсем все плохо. Mm-hmm. Что со стартом, что с приключением. Все, утка, сейчас, держись. У тебя глаза полезут. Ты был прав, надо сначала прикататься, привыкнуть до машины. Ну, поставь наручник-то. Сейчас, а давай. Потом уже что-то мерять. Да, я так и делал. Ну, я сейчас сам еще, я, честно говоря, привыкал кататься на офе. Давайте так и сделаем, на офе поедем. Вот. Отключу я сейчас максимальный режим, садись. А, так она типа ехала на вот этом режиме. На максимальном, да. Она вообще не поехала. Я поеду на офис, посмотрим, сколько будет времени на офис. Ну так я так нечестно, ты сейчас. А теперь меня будет Витя снимать. Да, вот оператор от бога, як ездок, так что друшок, званый дирижить. Нет, ты просто смотри, чтобы в кадре была какая-то картинка. И возможно сейчас уточка хоть раздуется. Вот тебе и техника с непривычкой. Это еще может быть зацепление тугого. А я бы тут на свои калибри сейчас бы вас бы тут усих, да. А по факту отсев на машину и... Так, давай ну попробуем на офф. Телефон. Это офф, это, короче, ну, типа, минимальный ее надув. Давай я, наверное, подержу, бо улетить. А, зачем? А, ну, давай, держи. Так, Леха стартує. О! Ну, по ощущениям мы наконец-то поехали, потому что я походу. Походу совсем. Сколько там время было? Так, оно сколько? 10 или 11? Да. Насчет время. Там 0-100. У меня пальцы на этот. Я понял. Травма. Смотри, я приехал 0-100, 10-0-6, почти 10 вышел. Вофе, понял? Минимальный надув я сейчас, вот. Что-то камера не ловит. Пошли, а ну, подойду. Ну, ложи. Да просто покрути. Да, я проеду на офе. 10.06. Потому а что... теперь поехали, я поеду максимально, уже нам покажут. Ну, або так. Так. Попробуем. Может быть, и не будет большой разницы, но... Ну, прям интересно. Так, ресет, да? Подожди. Да, нажимай. Та ёлки. Сейчас утёнок раз... Буде весело утёнку. Давай, нажимай. Всё. А, нашёл. Так, погнал. Ага. Я же увидел, что я втыканул с надувом и понял. Ну да, потому что и уточка. Еще плюс мы еще передачу не попал. Не жаловалась. Короче, дело тонкое, тюнинг, я вам так скажу. Да, конечно. Тут треба. Ну видишь, я как бы... Ух ты ж, ёпты, самолет. Да, что-то оно... Так. Це мы типа не доїхали, уточка все смотрит на нас двух. Да. Все? Так, ты включил, все хорошо. Раз, а давай, наш... давай. Оп. Так, ну ще раз я фокусирую. О! Нормально. Ну, вже вийшов з 10. Де, вийшов з 10, 96. Помітиш, різниці особо і не було. А, ну так. Да. Старт, понял? Ну, прям интересно, честно сказать. Я как лицо вообще с турбо не связанный, поэтому мне прям очень это все движение. Ну, опять же, ощущение от разгона в салоне и на кадре, то понятно. Четверть мили смотрим, открываем. Ну, ты сейчас... Надо просто под углом снимать, понял? Вот так вот. Да, он поймает сейчас. Вот, видишь. 3.03, это ну ни о чем. Это получается очень плохо. 17.35. Так, а... Допустим, если мы посмотрим, допустим, сейчас заглушу ее, точнее. А если мы посмотрим историю разгона моего, где вот был предыдущий, ну, наверное, вот этот, то тут у нас 60 футов, а то же самое, 3.08. Ну, в общем, да, с 3 секунд на 60 футов не выезжает, это наш о чем говорит? О том, что старта вообще нету, вот так вот. Доволен остался? Я прям... Покатался на двух тачках, да? Да, что ты, весьма доволен. Не, ну все равно, все-таки для тебя калибр ближе, да? Калибр. Однозначно. Ну, завод все-таки, да? Такое. Тут, может, дело принципа, як ты знаешь, и любишь цю машину, где не бачишь її недостатку, поэтому она вообще идеальна. Ну, а да. Турбо так тем более. Ну, а кадет, что сказать? Хорош? Хороший, весьма хороший. И его надува, его мощности прям ну, на его вкус.
больше, что-то да. делать. Ну, смотри, в реальности эту машину можно, я думаю, если вывести в оптимальный надув, для нее полезный, скажем так, да, который она может перерабатывать, только, конечно, старта не будет все равно, но там резину надо менять, на более такую цепку ставить. Если это хорошая, только цепку надо ставить, то она из 10 секунд выезжать будет спокойно. Если добиваться большего результата, ну, это типа как уже что-то связанное с корчеванием сильным таким. Вот. Ну, да, так. Начнется прям именно корча, так тачка на повсегнев. Ну, тем не менее, это не каждый кадет может сколько эмоций принести. Ну, да, да. Еще не каждый кадет, что ты не умеешь ездить. Ну, у меня еще только начало это. Я еще попробую сделать его немножко быстрее. Старт имеется в виду быстрее. Ходом это интересная штука, но как бы тут уже зарешает масса, знаешь, да. как бы, если одинаковые моторы там плюс-минус, то масса зарешает, конечно. А в чем прикол в квотере, дистанция 402 метра, в том, что какая машина лучше собрана, лучше реализовывает старт, к примеру, эта калибра уходит лучше, потому что у нее лучше все-таки старт. Хоть он плохой, честно говоря, 2,8 60-футов, это очень да. плохо, но это 3 секунды, поэтому вот тебе разница. Ну и, что? Собственно, вот тебе и действительность. То есть ты можешь ходить, думать, я не знаю, там, ну, знаешь, каждый думает, а вот если бы я заработал, я поставил, да. там у меня просто. А вот я когда столкну, конкретно по факту, реально сталкиваюсь с такими машинами, и, ну, как бы, часть от машины зависит, а часть от водителя, поэтому, ребята... Ладно, самое главное, что мы хотели сделать, проверили, просто заверили машину да. до свапа. Свапается туда мотор и смотрим, да, что будет после свапа. И результат, да. Все. 8,5 мы поехали. 8,5 лучшая, да, была. Именно ты, у тебя получилось с третьего раза, по-моему. Да, и то чисто суть. Последний раз, да. Не, круто. Всем стройте корчи свои. Особенно, когда тачка, вот, типа, я кадета старенькая, ну, скажем, главное, чтобы похоже на, ну, это приносит ощущения, скажем, реальные ощущения. Действительно круто. Так что всем удачи. Ребят, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Да. И до скорого. Слава Украине.